Жители Якутска обсуждают историю верного пса, который около недели пролежал на сильном морозе на том месте, где умерла его подруга. Собака оставалась там даже несмотря на холод. Если бы не вмешательство людей, то пес вполне бы мог погибнуть. Подробности этой истории у Максима Воронина. Он лежал, не сходя с места, почти неделю на 50-градусном морозе днем и ночью, ожидая, что его подруга оживет. Чудо не случилось, собака была отравлена и погибла практически сразу. Лишь спустя несколько дней владельцы ближайших гаражей обратили внимание на пса, ни на шаг не отходившего от занесенной снегом бездыханной собаки. Видимо, ждала, пока встанет. Пес верный, видимо. Поэтому... История пса вместе с фотографиями появилась на одном из интернет-форумов. Каждый день стали приезжать люди и подкармливать несчастную дворнягу. Все понимали, если не принять никаких мер, верный пес обречен, рано или поздно он замерзнет. Животное решили отвезти в приют. Попытался его забрать, в какую? Ну, я как раз один был, не получилось. Вечером подъехали уже вместе, вчетвером попробовали, загрузили. Пса поместили в крытый вольер. Попытались было найти ему хозяина, однако через несколько часов обнаружилось, что вольер пуст. Он у нас убежал утром следующего дня. Отгрыз доски и выбежал. Ну, с вольера убежал. Прибежал обратно сюда. Здесь порядка с Мархи до аэропорта, ну, где-то около 6 километров. Нашли пса на прежнем месте, хотя умершую собаку к тому времени уже увезли. Та же поза, тоже напряженное ожидание. Только теперь, ближе чем на расстоянии вытянутой руки, он никого не подпускал. А посмотреть на него и покормить приезжали многие. Раньше у него и имени-то не было. Теперь весь Якутск знает его под именем Хатико. Прозвище псу дали в честь легендарной японской собаки, много лет ожидавшей на вокзале давно погибшего хозяина. Якутскому Хатико после очередного обсуждения его судьбы в интернете решили сделать теплую будку прямо на том месте, которые он не в силах покинуть. Ну-то не делаем из этого сенсацию. Главное, чтобы собаке было хорошо. Все-таки морозы, он лежит, никуда не встает. Откликнулись многие. Кто-то предложил доски, кто-то утеплитель. Уже на днях верный пес обзаведется собственным домом, в котором, не рискуя замерзнуть, сможет дожить до весны. Максим Воронин, Первый канал, Якутск.